снова в Непале с Алексеем Кимом. В прошлый раз Алексеем были добыты два великолепных трофея. Гималайский тар, а также мунджак, небольшой олень, живущий в предгорных лесах, который очень похож на кабаргу. По причине дефицита лицензии в прошлый раз Алексею не удалось добыть голубого барана. И эту охоту без дополнительных затрат было решено перенести на весну следующего года. Как и в прошлый раз, мы провели первый день в Катманду, полюбовались достопримечательностями и погуляли по вечернему Тамелю, туристическому сердцу столицы Непала. Как видите, уже в доковидные времена мы не гнушались надевать медицинские маски, но тогда это больше было связано с пылью, висевшей в воздухе Катманду. В этот раз мы решили доехать на машине до курортного города Покхара и уже оттуда выдвинуться на вертолете в горы. Об окружающей среде в Азии, судя по всему, заботятся немногие. Вот как выбрасывал мусор просто вниз в обрыв к реке работник кафешки, где мы решили остановиться и выпить чайку. Переночевав в Покхаре, живописном туристическом городишке у подножья Анапурны, на следующее утро, несмотря на облачность, мы были в аэропорту. На сей раз компанию Алексею составила его супруга Анжела. Горы на высоту 3300 метров нас должен был доставить довольно вместительный американский вертолет «Белл». Как обычно, вся команда, включая егерей, поваров и шерпов-носильщиков, ждала нас на вертолетной площадке в горах. Мы пристреляли оружие, заночевали в палатках недалеко от деревушки Дуле и на следующий день выдвинулись в путь тем же маршрутом, что и осенью прошлого года. В охотничьем парке Дарпатан, урочище Дуле. Сзади находится вот деревушка из нескольких домов под названием Дуле. И сегодня у нас небольшой длинный трекинг по тропе в пустынный монастырь. Мы поднимаемся практически под подножие перевала 4500 метров. Заночуем и на следующий день будем штурмовать перевал, и уже начнется охота. Так как Алексей в прошлом году здесь охотился на тара, познакомился со многими жителями деревни, вручим подарки для детей, которые привезли с собой из Катманду Алексея и его жена. Только парьер собой на себе играет. Пура, вон. But when? When to give it? Yeah?
ребята еще до захода солнца пробежали вперед и увидели в ущелье высоко над скалами группу баранов. Мы проснулись рано утром, еще в темноте, и сразу начали поход наверх, чтобы на рассвете оказаться рядом с этой группой. Конечно, не хотелось бы на нем спотыкнуться. Да. Одно движение и ушло. Там он виден наш лагерь. Из которого 500 метров. Уже к нему поднялись. 500 метров. Да, 500 метров поднялись. Ну, без там 10-20 метров каких-то. And the one who stays with his back back to us. Одно стоит в опасности. Я думаю, он будет находиться. Спасется, да? Который возле камня сейчас за камень зайдет, как бы от верхнего. Манрад, Манрад. Which one bigger? The one is here. The one is here. Down. 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 Нет, не, нижний. Нижний больше, да.
I don't want you. Let's go. Let's go. Сейчас движется. Он сейчас нет, стоит. Да-да, да-да, движется. Вот сейчас на нас, в наш слой. He's looking toward us. Wait. Подожди. Вести нас, да? There are two. Two. One is right, one is this. The one to the right is not bigger? Big. Big? Big is down. There, left. You sure? Сложно сказать со стопроцентной точностью, но, как кажется, один из баранов, который лежал поодаль и чуть повыше, ближе к самкам, был немного большего размера. Но определить это совершенно точно не удалось. Дело в том, что в этот раз вместо подзорной трубы мы взяли с собой столь популярный сейчас у горных охотников фотоаппарат Nikon Coolpix 1000. Но, конечно же, такая техника не может заменить обычную подзорную трубу. Дело в том, что рассматривая при ярком солнце фотографию на маленьком экране или смотря в видоискатель, рефлектирующий бликами камеры, очень сложно определить размер трофея. Для этого должны быть идеальные условия. А тут еще мы находились на снегу, и солнце также рефлектировало от него, мешая четко увидеть, какой же трофей лучше. В общем, решено было, что все же лучше тот, у которого более темное пятно на груди. По этому признаку он был старше. Окей. Тут. Окей. 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 Down. Shoot. No. Shoot. Окей. Shoot. Голубой баран! Сделали это! Ура! О,
мой голубой баран, мы сделали это. На третий день мы сюда поднялись, и нам очень сильно повезло. На высоте 4700 Монерат очень хорошо подвел нас. И с расстояния 380 метров наша команда добыла этого замечательного голубого барана. Мы сделали это все вместе. Очень трудный был подход. Мы примерно 5 часов поднимались. По высоте это было... Максим, это было... Получается, перепад 600 метров где-то был. Да, 600 метров перепад. Очень крутой подъем. Местами было очень страшно. То есть был реальный экстрим. Монерат вместе Бене и Амритом молодцы. Они нам помогали. Нам удалось страховать, потому что заснеженный склон. Вчера еще прошел град, все замерзло. Да. И, в общем, такая ледяная горка. И один неверный шаг, можно было просто соскочить вниз и ехать прямо аж до самого Туле, наверное. Да, да. Максим шел еще с рюкзаком таким, со своим штативом, оборудованием. Как очень обычно. Трудно было, да. Как обычно. То есть, ну, Монерат супер. Да, молодец. Монерат высмотрел, молодец, нас... этого барана. И подвел замечательно на 380 метров. Был замечательный выстрел. Два выстрела, в общем-то. И после первого все было уже в порядке. Но, да, так сказать, контрольно и замечательно сделал Алексей. На всякий пожарный. Невероятно, да. И он сюда скатился вот оттуда, с тех гор. Да, да. Да, отлично скатился. Наша команда молодцы. Все молодцы. Поздравляю, Алексей. Да. Ура! Да. Ура! С полем. И мою жену поздравляю. Она добралась тоже. Ура! Хорошо, у нас баран подождал. Всех поздравляю. Ура! Congratulations to everybody. Максим. Thank you very much. Thank you, guys. Да. Следующая часть нашей документалки – охота с, пожалуй, самым известным на сей день российским охотником, обладателем многочисленных наград, включая самую престижную мировую награду охотника – премию Везерби – Александром Егоровым. Прежде всего, я считаю, что чем именитее охотник, тем, в принципе, проще с ним охотиться. Ведь богатейший опыт такого охотника – лишь только помогает в особенно сложных условиях. Умения и навыки, накопленные за долгие годы, сотни километров охотничьих маршрутов, способствуют решению самых сложных задач, мобилизуют обслуживающий персонал и позволяют добиться, как правило, наилучших результатов на трофейной охоте, добыть самые крупные, самые старые трофеи. Так было со многими моими клиентами и друзьями, включая от другого известнейшего охотника на баранов, также обладателя премии Везерби, великого мексиканского охотника Гектора Куэляра. В свои 87 лет
Он умел наслаждаться каждой секундой нахождения на охоте, каждым мгновением этого инстинктивного процесса. Именно это отличало его от просто коллекционеров наград. Ведь охота – это не страсть, не хобби и не привычка. Охота – это основной инстинкт. Это то, с чем мы рождаемся, с чем мы живем и с чем умираем. Не хочу углубляться в детали. Поездка с Александром Егоровым получилась непростой, эмоциональной и, на мой субъективный взгляд, не вполне успешной. Прежде всего, из-за весьма странного, необычного отношения к самому процессу охоты, подчинения этого процесса своим, так сказать, гражданским нуждам, попытки загнать охоту в некий график, рамки, которые по понятным причинам в горах просто не могут быть соблюдены, ведь горы непредсказуемы и опасны. Вот почему историю этой охоты я расскажу вкратце, без деталей и без подробностей. Считаю, что многие вещи просто не стоит выносить на обозрение зрителей. Трофейные охотники должны быть примером для будущих поколений. И прежде всего, своим отношением к получаемой добыче. Очень важно добывать всегда только старых, отживших свое самцов, не играющих уже большую роль в репродуктивном процессе стада. Именно такими трофеями стоит гордиться и показывать их. Однако охота – не продуктовый магазин. Наличие средств и желания не означает, что ты обязательно добудешь самый большой трофей. Бывает, что охоте могут помешать погода, усталость, нервы, случаются промахи. И вот результаты этих промахов лучше не показывать широкой публике. Пускай это останется в личном архиве, так сказать, для внутреннего пользования. Полюбуйтесь непростыми горными маршрутами, а также редчайшими кадрами дикой природы. Ведь в эту поездку нам очень повезло и удалось вплотную понаблюдать за уникальными видами горных копытных, обитающих в Непале. В частности, нам удалось понаблюдать за гималайским горалом, редким маленьким козликом из семейства полорогих. Точно такие обитают у нас на Дальнем Востоке. На этой охоте с Александром Егоровым нам пришлось пройти пару десятков километров для смены районов охоты. Дело в том, что лицензии на охоту на два основных охотничьих вида – голубого барана и гималайского тара – разыгрываются в ходе аукциона между аутфитерскими компаниями накануне сезона охоты. И довольно часто лицензию на голубого барана получают в одном блоке охотничьего парка «Дарпатан», а на тара – в другом, как правило, в соседнем блоке. Очень редко получается выбрать обе лицензии в одном блоке. К тому же, как это часто бывает со многими видами горных копытных, там, где бывают хорошие экземпляры голубого барана, просто по определению будет сложно найти хороших гималайских таров. Ведь ареалы этих двух видов несколько отличаются. В общем, пришлось нам походить ножками, хотя в основном по удобным трекинговым горным тропам, через небольшие деревушки, подвесные мосты через горные речки. Пришлось преодолеть заснеженный перевал высотой 4300 метров и в итоге спуститься в долину Дарпатан.
Охотясь на гималайского тара, мы довольно близко подошли и долго наблюдали за несколькими гималайскими сирау. Это ближайший родственник горала, хотя и значительно крупнее размером. А обитает гималайский сирау примерно в тех же местах, где и гималайский тар. Может, поэтому его латинское название звучит как Capricornis tar. Охота как на горала, так и на гималайского сирау закрыта. В этой поездке Александру удалось закрыть три позиции в его мировом трофейном списке. Это гималайский голубой баран. Thank you very much, everybody. Мы поздравляем Александра. Very good job. Very well done. Гималайский тар. И мунджак, пылающий олень. Поздравляем Александра Егорова и желаем ему дальнейших достижений в трофейной охоте. Иза! Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна.